А разве вам не все равно? Нет? Окей. Хей, как дела, ребятки? Я тупой зомби, мы сейчас будем проходить за меня. Потому что, сука, это самая сложная часть. Да, по-моему. По-моему. Это реально самая сложная часть. С вами Хачкок Инк, и мы проходим Plague Inc. Проходим мы... Вирус. Зомби. Зомби. Короче, я понял стратегию. Я понял всю чертову стратегию. Начнем мы с кого? С ебаной Британии начнем. Нет, подожди, давай с Австралии. Мы ни разу не начинали с Австралии. Давай с Австралии. Так, хорошо. Первое. Что мы делаем? Качаем вот эту вот хуйню. Это быстрое размножение вирусов в слюнах жертвы, увеличивает вероятность заражения при контакте со слюной. Затем мы немножечко заражаем полмира. Совсем немножечко. Чуточку полмира заражаем, да? Чтобы... Что? Чё обнаружен? Кто обнаружен? Приоритет следования. А чё хуль ты мне говоришь, что тут? Обнаружен он, блядь, это... В самом начале игры обнаружен, блядь. Охуеть, блядь, охуели, пидорасы. Так, банки сообщают, да-да-да. Хуй с вами. Так, распространение вируса. Самое главное распространение этого ебучего вируса. Оставляем немножечко очков. Чуточку очков, чтобы откатывать, чтобы нас не заметили. Чтобы нас вообще не заметили. Сначала, только сначала. Это первая половина игры. Затем мы быстро, быстро, одним ударом прокачиваем зомби. У нас полмира заражается. У нас остается куча-куча зомби. И мы выигрываем. Так, вирус может размножаться. Инфекции рвотной массы. Рвотной массы. Хорошо. И тебя. Давай. Распространяй. Распространяй, сука. Давай. Я на тебя рассчитываю. Немножечко ждем, пока заразится много людей. Совсем немножечко ждем. Совсем чуть-чуть. Хотя бы, ну, хотя бы треть мира заразим. Без, ну, без раскрытия нашей болезни, так сказать. Чтобы нас никто, о нас никто не заподозрил. Потом мы быстро, просто быстро вкачаем наши симптомы. Чтобы у нас вот все зараженные уже стали зомбарями. Потом они сделают противоядие, но нам уже будет насрать. Нам на это противоядие потом будет насрать, когда у нас появится очень много зомби. Потому что зомби это дело. Главное, еще главное, нам нужно вкачать... так, одну секунду. Главное, нам нужно вкачать... Что вкачать? Суперспособности зомбарей. Типа перемещений, восстания, там все такое. Всякую такую фигню, чтобы подавлять Z-ком. Да, чтобы подавлять этот ебучий Z-ком. Так, ну, давай мы еще что-нибудь вкачаем. Еще какую-нибудь передачу. Или у меня? Нет, у меня не надо. Подожди, пока с умением. Так, это геном вируса разбивается на более мелкие молекулы, чтобы лишь вероятность болезни мутации во время распространения. Подожди. Вирус может вызывать нейтрали в теплой воде, что улучшает распространение. Так, и сколько? 15, у меня останется 5 очков. Ну ладно, 2 очка мы вкачаем, если сейчас какая-то мутация будет. Ну все, короче, на откат какой-нибудь мутации у нас есть. Пока что. Да. Ну, больные идут пока. Пусть идут. Это очень хорошо. О, уже вторую сторону заразили. Хе-хе, это кого? Кого? На новой Гвинею мы заразили. Восхитительно. Так, понеслось дело. Да. Смотри. Стой! Как хорошо. Как это прям... Сколько? 100 000. Это мало. Это очень мало.
Хули ты кашляешь? Сука, не кашляй мне тут. Надо еще к врачу там пойдешь, они узнают о моей болезни, начнут ее лечить. Ублюдки эти. Давай, давай, заражай, заражай, заражай. Молодец. Сильнее. Больше. О, как понеслось, смотри, Индия, Индия. Ну, Индия грязная страна, но там это все быстро. Там это все быстро, быстро будет. 47. Нет, нет. Сорян, но нет. Блин, 8 очков откат. Так жалко эти 8 очков тратить, а. Вот если бы у меня было прокачано уменьшенное... Уменьшенное там... Уменьшали бы очки ДНК за откат. Блин, это было бы... Да ты задрал! Я тебе сказал откатить. Сейчас, мы немножечко, вот просто немножечко заразим еще чуть-чуть, вот прям. Хотя бы до третьей дойдем. И там я уже вкачаю симптомы все. Прям чуть-чуть останется. Да, вот так вот, от Китай, Китай, смотри, как Китай пошел. Смотри, 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 как Китай пошел. Вот это вот плохо, вот этот. Вот это плохо с жаркими странами, конечно. Ну ладно, 7 очков, в принципе, можно потратить. Мы и так 7 очков тратили на откат, я думаю, тут не сильно критично. Вот, половина мира есть. Понеслась, понеслась. Думаю, половина мира хватит нам. То есть это вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И все. Зомби у нас появились. Отлично. Отлично. Так, первая смерть в Африке. Теперь смотрим, где у нас Z-ком должен появиться. Смотрим, где... Так, начала работать над лекарством. Ладно, срать на это лекарство. У меня уже зомби идут. Так, отлично, отлично. Смотрим Z-ком, 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 Z-ком. Следим, следим за ним. Следим. Еще помимо этого всего прокачиваем суперспособности их. Так, вырастешь гниющий зомби, отлично. Черт, появился и в самом таком отвратном месте, где у меня, блин, ни одного нет. Ни мертвого, ни зараженного. Никого. Так. Суперспособности. А где у меня они? Ага. Так, это значит, вирус тормозит выделение. Так, это способность зомби собираться в группе и пересекать суши и воду, нападая на зараженные территории. Отлично. А, зомби за пределами Орды. А, всего 2 очка ДНК! Смотри! Благодаря чему Орда целенаправленно движется по одному направлению, причем с большой скоростью. Отлично! Их разрез зомби могут дрейфовать в море. Отлично! Так. Шикарно. Я что, не могу, что ли, здесь? Серьезно? Почему? А, могу! Канада уничтожает... Так. Z-ком строит новые базы. Сука. Так. Отлично. Еще отсюда. Отсюда. Еще отсюда. Отсюда. Так. Да насрать мне на это лекарство. У меня 1 миллиард зомби. 1 миллиард. Так, насрать на лекарство. Насрать, насрать, насрать. 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 Нихуя не насрать. Черт. Все очень плохо. Все очень-очень плохо. Думаем, 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 думаем. Я аж подавился. Настолько я думаю, что я аж подавился. Зомби более склонны следовать за другими зомби. Так. Так.
Эта способность позволяет восстанавливать нейронные сети в мозге. Да-да-да. Так, исследовательство увеличивает время разложения трупа. Так, хорошо. Вот так вот сделаем. У нас вот так вот. Еще один затком у нас появился. Просто. Просто отвратно. Пусть идут. Пусть идут. Пусть идут хоть куда-нибудь, хоть где-нибудь за затком уничтожат. Давай. Ну так сделаем. Ну еще. Еще давай. Еще, еще. Еще. Ну пожалуйста. Ну давай. Давай, давай. Давай, мы его хоть где-нибудь уничтожим. Чёртовы зомби. Америка бомбит зараженные города. Ёб твою мать. Не надо бомбить, пожалуйста. Не бомби, подумай. Не бомби, подумай. Ну, давай, ну уничтожь, ну. Так, растет число насекомых из-за обилия трупов. Они приспосабливаются к поеданию зомби, что значительно ускоряет распад зомби. Блять. Мне нужно это прокачать, но нужно 14 очков. У меня нет эти 14 очков. Зомби-то. 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 Падают количество, твою мать. Ядерный удар в Казахстане. Восхитительно. Восхитительно. Здорово просто. У меня аж слеза потекла. Мне так жалко своих зомби. Не, очков даже нет. Мы просрали. Не знаю, где-нибудь. Так, где-нибудь еще восстановлю. Сколько тут мертвых? 1 миллиард. Вот еще 40 миллионов. Не, все, затком распространяется пиздец быстро. Ужасающая жизнь в стране Англии. Власти страны Англии не удалось эвакуировать население столицы перед нашествием зомби. Никто не выжил. Отлично. Но мне-то чё? У меня 41 миллион. У меня 30 миллионов осталось. 20 миллионов. Твою мать. Бедный зомби. Затком распространяется. Ну это нечестно. Твою мать. Нет, ну все, мы просрали. Это надо... Да-да, перезагрузка. Да, окей. Добро пожаловать в плагиюинг. Блин, нет, подожди. Нет, давай мы в главное меню пойдем. Я отключу этого ебаного дарвиниста. Он вообще тут бесполезен. Из-за него только очки теряю. Да, чистить. Так, аэроцит. Давай аквацитов ставим. Потому что я помню, он что-то они умели... Ну давай. Давай и всплеск цитохрома. Да, зомби умели перебираться по морю. Там гниющие трупы, разлагающиеся там. Вроде как-то плавать, что ли, умели. Да, все такое. Ну ты понял. Че у нас? Да, аквацита, дарвиниста нахуй, всплеск цитохрома. Посмотрим, что будет. Если не получится, я потом просто простой поставлю. Просто я, вот если сейчас не получится, я просто поставлю простую уровень. Где? Чё? У нас там Англия, что ли, получится? Ну, давай Германия. Смеются ебучие дети. Ничего. Потом вы скоро все зомбарями станете. Маленькая девочка-зомби. Это. Почему вот маленькие девочки-призраки, например, маленькие девочки-зомби, почему они такие страшные? Почему они страшнее обычных людей? Почему это навеивает такой просто нереальный ужас? Ужас-ужас. Ужас-ужас. Быстрое размножение. Вирус увеличивает размножение, когда их сумма. Нет, подожди. Подожди. Да не, нужно качать.
Надеюсь, он сейчас не эволюционирует. Не там какую-нибудь способность не прокачает мне автоматически. Эх. Ну давай, корейские пограничники планируют забастовку. Отлично. 50 тысяч пограничников забастовки. Это хорошо. Забастовки — это дестабилизация. Забастовки — это дестабилизация. Дестабилизация — это разруха. Разруха — это болезни. Болезни — это мой вирус. Выходит, забастовки вызывают зомби-вирус. Просто логика. Логика. Ну, что? Что скажешь мне? Может, сейчас попробуем побольше? Нет, это бессмысленно. Здесь бессмысленно бороться вот с этим лекарством. Да, слишком дорого стоят эти улучшения. Улучшение ДНК, чтобы уменьшить скорость лекарства. Приостановить его. Это слишком дорого стоит, на самом деле. Мне и так тут дохерища всего надо вкачивать. Плюс еще нужно думать, где кого выставлять, блядь, как с заткомом бороться. Выставлять, воскрешать, где кого воскрешать. С заткомом надо как-то мне бороться. А он вообще рандомно выскакивает. Может я вот заражу всю Европу, вот весь этот континент, а он где-нибудь в Австралии, где у меня там ноль зомби будет. Такое у меня постоянно бывает. Че? Вот сейчас не получится, я просто ебану, блядь, простой. И чё думать с этим? Вот у меня есть 48 очков ДНК. Ну чё можно вкачать? Можно вот это вот вкачать, можно вот это вот вкачать. Мне останется 22. Девять. Ну еще и вот это. Ну окей. Окей. Ну и что дальше будет? Он сейчас у меня все страны рад. Потом я начну там где-нибудь, вот когда у меня будет на две трети планет, когда заразится, я начну зомби воскрешать. Окей. Потом они начнут лекарство уже делать. Точнее, закончат его уже к тому времени, когда я начну воскрешать зомби. Потому что он тут пиздец, как он быстро идет, просто нереально быстро. Кстати, а где я получаю ДНК больше? В быстром старте или в всплеске цитохром? Если так подумать, быстрый старт мне дает всего 8 каких-то очков. 8, это вообще ничего. А в... Ты что-то пропустил где-то, что ли? Я, по-моему, где-то пузырь пропустил. Или нет? Ну, даже если я пропустил, он все равно, по-моему, все равно заразит. Так что это не страшно. Эти пузырьки просто мне так очко дают, ДНК. Но если так подумать, всплеск, вот этот вот всплеск цитохрома, вот этих вот желтых пузыриков, их как бы много довольно получается. То есть это, если каждый пузырик, ну хотя бы одно очко больше даст мне на одно очко, то это будет по-любому больше 8 каких-то очков в начале. Ну ладно, потом будет стоить дороже, окей. Но сколько этих желтых пузырьков-то у меня? Вот сколько их у меня? У меня их много. Много так. За всю игру. Попадает. Так, заносность 2, генетические изменения повышают заразные вирусы и вероятность его мутации, возможно, межвидовое заражение. Увеличивает скорость исследования. Так, увеличивает скорость исследования. Нет, спасибо, нет. Мне такое не надо. 21 очко и 5 очков. Ну давай вот так еще сделаем. Окей. Оставим очки ДНК, окей. Кстати, чем больше народ заражает, тем, по-моему, выше вероятность мутации. То есть 20 тысяч человек, там мутация вообще, ну, практически равна нулю. А когда у тебя уже 700 миллионов, то это вирус больше размножается, вирус там, в большем количестве людей этот вирус размножается, он мутирует больше вероятность мутации самой. Вроде это так здесь работает. Ну да ладно.
Ну, смотри, у меня Гренландия заражена. Походу, победный, да? Это победный хук наш. Если Гренландия заражена так быстро. Да вот нихуя, у нас вот эти вот... А, смотри, больные есть. У нас вот эти вот самые острова. Подожди, подожди, подожди. Нет, подожди немного. Еще чуть-чуть вот. Подожди, немножечко подожди. Мне первой трети не хватит. Да ты задрал! Я потом... Он типа мне... Он типа говорит уже все, уже пора, да? Хорошо, пора так пора. Два очка ДНК. Это 14 очков ДНК. Мне хватит хотя бы? Да, мне хватит. Давай тебя. Хорошо. Тебя. Окей. Окей. Ты хотел этого? Пожалуйста, ты получил. Ладно. Ладно. Отлично, Z-ком появился. И появился... Где? В Ираке? Подожди, или где? Да, он в Ираке появился. Ебучая башня в Ираке, где у меня 0 зомби, 0 мертвых. Восхитительно. Восхитительно. Где умение? Так, переселение развить. Организованное перемещение развить. Так, контактирование зомби вызывает их раздутие, зомби могут дрейфовать. Марни, нет, подожди, мне это не надо. Движение зомби делать действительно согласованно со своей ордой, повышает скорость перемещения орды. Так, зомби более склонны исследовать другими, собираются так. Ушиб лобной доли заставляет их имитировать друг у друга модели движения, улучшая навигацию. Так, зомби более склонны следовать за другими, зомби собираются в орду. Подожди, а это питательные вещества ускоряют... удаляются из других частей трупа, используются для восстановления мышц ног, из-за чего увеличивается скорость. Скорость — залог успеха, да? И тебя. Так, а у меня одно очко. Одно очко ДНК. Мне нужно 4. Твою мать, нужно было думать раньше. О, отлично. Так, 600 зомби. Ладно. Ладно. Отлично. Z-ком строит новые базы. Восхитительно, блядь. Еще построил 0 зомби, 0 мертв. Просто, круто, круто, охуенно. Чё бы нет? Чё бы, блядь, нет? Да пошел ты нахуй со своим лекарством. Тысяча зомби. Укрепляют позиции в стране. Восхитительно. Сдох. Просто здорово. Ты вообще будешь разбираться с этим ебучим Z-комом? Нет? Да пусть разрушают. Нет, смотри, все, это пиздец. Их просто вот мгновенно уничтожили. Все, у меня 0 зомби, я просрал. Не, ладно. Давайте уж со следующего раза я просто пройду его на простом, чтобы не мучить ни вас, ни себя. Это бесполезно. Это все бесполезно. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь с моими друзьями, подписывайтесь на меня в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте. И всего хорошего. Всем удачи, всем пока. Thank you.